творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли. Татьяна Салмановна Макту Сайфуту. Я же вам обещала показать купальник, когда делала рекламу. Сказала, что будем с вами говорить, так скажем, о купальнике, который пропускает солнечные лучи. Вот такие вот дела. Это мой ноу-хау. Мой такой купальник для пляжа. Вот. Татьяна Салмановна собирается ехать отдыхать в Арабские Эмираты. Так что вот. Смотрите, вот, друзья, на моей странице ВКонтакте Татьяна Салмановна через дефис, Мактум Сайфудин через дефис. Вот, смотрите, ну, Дима, хорошо, Дима, огромное спасибо за поздравление. Диму я знаю лично, так что вот, он у меня во френдах. А дальше идет у меня Хамдан. Хамдан и даже его несколько страниц. Хамдан три раза. Хамдан три раза и принц Гарри два раза. Ну, обратите внимание. Я вообще удивилась, зачем как бы несколько раз, думаю, ладно. Прислали приглашение, как бы, быть френдом, я, в общем, как-то вот так. Как мне там Дима написал? Я вот у Димы спросила, сейчас. Просто у меня такой, я так сама себе задаю такой вопрос, зачем они присылают мне приглашение, да еще, так скажем, в трех экземплярах, присоединиться к моей странице, быть френдом. Вот в чем вопрос. Да. Я так просто так размышляю вслух, размышляю. Я вот у Димы спросила, пробовал ли он принцу Хамдану написать. Дима, а вы не пробовали он написать? У меня во френдах Хамдану. И Дима мне ответил, что да, он ему написал. Да? Шучу, конечно, он настоящий принц. Можно, конечно, как-то так вот удивляться, но что сказать? Я как-то уже говорила в рамках моего лайв-джорнала на эту тему. А, сейчас я делаю макияж. Я делаю макияж, собираюсь делать мои такие, записывать видео. Вот там такие вот дела. Готовить ужин такой, как в Парижах, кушать, заснимать мои видео. Вот, а сейчас я немножко нужно это мейкап. Такой сейчас приняла душ в моей ванной комнате. Она такая спа. Еще такой прохладный, говорит, погода. А, такое количество там этих людей. Я не знаю, там до сих пор я не видела на этой штуке, столько там людей. Такие, знаете, в этих, пиццу, они пиццу делают. Хотите, я вам покажу? Или после того, как я уже сделаю макияж. Они, может быть, знаете, а они на все наверное, загорают там, да, вот это вот.
Он немножко так, он немножко вот так вот размазан, надо чем-то таким стереть немножко. Ну ладно, сейчас, в общем, сейчас буду делать такой макияж, легкий макияж, поскольку в Петербурге такая жара-жара. А так будем говорить на разные темы, и о купальниках, и о спа, и о спа-процедурах, и о многом другом, и о омоложении. Так что вот, а самомассаж, где моя другая вот эта вот подводка, такая более другого цвета получается, таким розовым, а таким другим цветом. Ну что, двумя цветами тоже, может быть, будет нормально. Ой, немножко нужно как-то взлетать. Ну, не знаю, а кто как думает, пустят меня на пляж в Дубае, в моем таком купальнике ноу-хау. Ну, нижний низ я немножко, знаете, его заменю. А так, понимаете, вот эта штучка, а что низ у меня как-то вот это вот, что нормально, что так это на пляже. Просто шикарно. Там зато вот сразу эту нижнюю юбочку одевать не надо. Это, знаете, так вот это, нужно там что-нибудь такое накидывать. А так, или загораешь, потом там это, нужно там это, знаете, пошел там, ты мороженое покушал. Ну, я обычно в этих таких местах еще, знаете, вот эти такие кафешки, чтобы позагорала и пошла там что-нибудь такое перекусить, там ланч, мороженое, вот. Не знаю, может быть, это шутники, понимаете, вот это там принц Фаз, я, конечно, не хочу как бы никого, как бы вот это вот, ну, понимаете, может быть, какие-то шутники, но в таком количестве прибавляться ко мне во френды, понимаете, вот это в трех, как говорится, вот это вот три раза и два раза, я вот думаю вот это вот. Я просто подумала, что если, знаете, они вот так вот, шутники такие, вот, и поскольку там как бы все равно, только я подумала, и, наверное, в таком вот там виде и на пляж я могу, в общем, как-то там в Дубай пойти, а чего? Чего не пойти-то? Мое такое ноу-хау, изобретаю такую помаду. Вот, знаете, вот этот арт, ну, я говорила, что, конечно, уикенд, какая, знаете, вот эта арт-вечеринка, ну, что вы хотите, знаете, я еще продумываю, в общем, такие истории, в общем, как-то, мне надо было отдохнуть, я и так заснимаю столько видео, кстати, как-то тут я вот еще так, и ночью там вот это вот сделала, такую, знаете, вот подборочку на моей странице, Татьяна Соломановна, через Дефис Мактуб Сайт, один через Дефис. И сейчас из моего лайв-джорнала там огромное количество видео здесь загружаю. Вот. Так что вот мне надо было выспаться, вы понимаете, да, люблю спать много, какая-то выспалась. Что там? Ну, я такая выспала, нет, поспала, потом это встала, еще здесь вот так, в общем, это, знаете, такой ранний завтрак, как в Париже, потом еще немножко так поинтернетилась, вот это вот. Вот. Ну, я такой, знаете, как-то, не знаю, как сказать, я блогер, не блогер. Нет, я не блогер, знаете, у меня же вот эта вот творческая студия позитивного мышления, сила позитивной мысли. Вот. Вы читали, я там написала, моя уникальная система Ториана. Вот. Кто еще не обратил внимания, кто интересуется моим творчеством. Такие вот дела. В общем, арт, вы знаете, вот это вот арт, дизайн, понимаете, вот такой, думаю, такой, знаете, вот этот арт-дизайн, такой макияж, знаете, такой вот
знаете, арт-макияж, знаете, такую шнурку, арт-макияж. Знаете, вот, например, помада розовая, а водка другого цвета, что-нибудь такое интересненькое. Пока тут выспалась, потом это, знаете, вот этот такой легкий обед, в общем, потом это душ, спа, ну да, и уже вечер, почти 7 часов вечера. Ах, это макияж, лучше сейчас вам покажу этих людей, они меня просто удивили в таком количестве. Сейчас сделаю вам такой раунд. Экскюшн. Как там сказать, Татьяна Фоманна? Это, чтобы нас же ни одна минуточка даром не проходит. Экскюшн. Экскурсия по моей квартире. Экскурсия. Да, английский нужно подтягивать, конечно, английский нужно подтягивать. Я, конечно, хотела одеть просто такие стринги, там еще что-то, ну, стала, думаю, ну, не буду как-то вот это вот, как-то все-таки с юбочкой, более как-то вот это там, в кафе, там, где такой купальничек, вообще просто супер сумочка, такая waterproof, эта штучка waterproof, такая, но это нужно немножко, как бы вот это вот, а с кольцами даже можно купаться. Я просто думаю сказать вам, не сказать, вы понимаете шутников, там еще, знаете, вот этот шутник, как там этот шутник, а, ну, знаете, сейчас, секунду, сейчас, один момент, сейчас, салфетка. Ну да, сейчас Татьяна Фоманна вам скажет, просто я, знаете, сейчас Татьяна Фоманна вам озвучит, ну да, помимо этих шутников. Как там было написано? Мы королевские особы. Знаете, как-то мы королевские особы. Я тоже вам прочитаю. Чтобы ни в чем не ошибиться. Я просто, знаете, вот сейчас я открою интернет. Сейчас я открою интернет. А, надо себя еще с этими цветочками показать. Ох, эти мои цветочки, мой такой букет, к сожалению, два вот этих уже, знаете, они такие быстро немножко так отцвели, вообще шикарный букет, шикарные цветы, вот, такие вот дела, где там где что-то вот это вот было, ну да, вот такой уже, такие бордовые. Ну что, открывается, или что, в общем, ждем с интернет. Ждем с интернет. Ну, пока мы ждем с интернет, пока он открывается, я покажу вам. Я сейчас буду готовить себе такой вот ужин, как в Париже. Яйца уже сварены. Вот эти бутерброды с черной икрой, салатик. И свежего помидора, огурца. Вот, сварю макарошки. Вот такие вот дела. Экскюшн, показываю вам такой экскюшн. Ну что, туда? Пойдемте туда.
Ох, такая суперкрасотка, просто суперзвезда. Такая суперзвезда в эфире. Такая суперзвезда в эфире. У меня уже высохло. Постельное белье у меня высохло. Здесь у меня просто шикардос. Просто шикардос. Да, как я придумала. Суперзвезда в эфире. Суперзвезда в эфире. Ну что? Ох! Да, как говорят. Вот эти тетеньки. Я такого количества этих тетенек даже не видела. Ты знаете, вот это, обратите внимание, они все это дышат воздухом. Да. Обратите внимание. Это пицца. Пиццу там делают, как называется, которую развозят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сколько там? Шесть больше. Там кто-то... Ну, там уходят, приходят, в общем, сидят, стульчики. Ну, конечно, такая погода. 32 градуса в Петербурге. Конечно, понимаете, они же, знаете, думают, что, знаете, это как, знаете, как Таиланд. Зачем в Таиланд ехать? Зачем ехать в Таиланд? Здесь просто шорты надел и все, и вперед к ближайшему водоему. Ну, кто купаться хочет. Кому не очень жарко, ну, может быть, кто-то под этим. Ох, обратите внимание, они за ручку идут. Ох, влюбленная пара. Такая, знаете, они за ручку идут. В общем, так вот, смотрите, обратите внимание, там где прошли люди за ручку. В общем, как-то вот так. Творческая студия позитивного мышления, силы позитивной мысли. С вами я, Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин. Вот. Сейчас Татьяна Салмановна вам скажет про правителя Дубая, про шейха Мухаммеда. Вот. И она сейчас точно посмотрит за интернете его должность и скажет. Так что вот. А что не сказать? Я просто все, какие-то у меня воспоминания, там Америка, Америка, мой бывший муж. Какой там бывший муж по-ридански? Когда вы посмотрите, какие у меня, понимаете, Хамдан 3 раза, понимаете, принц Гарри 2 раза. Когда ты смотрела, что это 2 самых завидных жениха в мире. Татьяна Салмановна интернетила в 2016 году. Что это 2 самых завидных жениха во всем мире. Что Гарри, что Хамдан. Так в статье было написано, я не знаю. Меня что удивляет, что они вот это 3 раза и 2 раза присоединились к моей странице ВКонтакте. Татьяна Салмановна через дефис, Мактум Сайфуддин через дефис. Сегодня Татьяна Салмановна отмечает, мне сегодня 49 лет исполнилось. Ну да, Татьяна Салмановна сегодня исполнилась 49 лет. Сейчас Татьяна Салмановна скажет. Потом еще повторить, потом сюда еще, понимаете, когда тут вот это, что-то покушать, вот это. А, сейчас надо сюда, наверное, как-то, сейчас я эту штучку как-то запоставить. Как тут запоставить? Это так? Потому что я не взяла там. Как-то себя вот это, еще на этом троне вам себя показать. Тут что? Ох, это инкасса приехала. Ох, ну как же без вас? И они прям приехали, чтобы я впечатлилась, чтобы Татьяна Салмановна впечатлилась. Это инкассаторская машина. Наша с вами любимая инкассаторская машина подъехала. А как, знаете, как она сегодня, а туда она сегодня, прям к этим воротам. И знаете, сегодня так лихо, знаете, она такая, прям лихо, прям она ворвалась, понимаете? Вам эта машина прям ворвалась туда, к этому вот это вот. Это вот. Вот. Ну, такие вот дела. Сейчас я вам покажу, что не показать. Вон они подъехали. Инкасса уже подъехала. Сбербанк. А то, знаете, все как про какое-то былое. Ох, я такая в Америке, там книжки писала. Мой муж ко мне по-ридански, по-королевски относился. Вот это вот.
Ну да. Знаете, как такое былое, какое-то былое там вот это вспоминать. Вот это вот. Как говорит, да и Наталья Правдина тоже, знаете, кто-то говорит. То есть, знаете, вот это настоящее, то есть сейчас, понимаете, вспоминать там то, что вот там вот это вот было и так далее. Нужно идти вперед, двигаться вперед. Вот мужчина вышел, уже ждет, когда его пустят туда, за деньгами, наверное. Вот. Ах, и такая супер эротическая. Да более как-то вот это. Ах, такая просто красотка. Вот пусть потом там и разбираются. Кто там это писал? Тен Салман не написали? Вот она им сейчас скажет. Сейчас только эти яйца поставлю в холодильник. Яйца в холодильник сейчас поставлю. Сейчас все на зарядочку. Зарядочку нужно принести. Яйца в холодильник поставлю, чтобы они не там. Потому что там. Я так для съемки. И, конечно, микро надо тоже поставить в этот холодильник. Сейчас. Ох, такая выглядит просто красиво. Такая красота. Ох, такая супер красота. Ох, как я люблю сюда красиво заснимать. Так супер красиво заснимать. Как тут заснимаюсь? Ох, тут заснимаюсь. Супер красиво. Это зарядочка. Ах, эти оргазмические потоки. Я что там нам загрузила? Школа очарования, ретриты на Бали. Я еще не ездила. Сейчас еще руки помою. Я еще не ездила на это Бали. Ну что, сейчас Татьяна Салмановна вам скажет эти должности. Ах, этот шейх Мухаммед. Такое количество детей, тогда помню, это вот это вот. Как посмотрела, какое количество у него детей. А сколько у него жен, это, честно говоря, как бы и неизвестно, но вы поняли, да? Татьяна Салмановна, не будем шутить. По фактам. Мы им по фактам скажем. Был он мне во френдах. Я сама ему посылала приглашение, нашла. Я прайм-министр шейх Мухаммед. Я его на Фейсбуке нашла его страницу и прислала ему приглашение. Он ко мне присоединился многократно на моей странице Фейсбука и даже в нескольких тоже вот этих, несколько раз он у меня был. И он меня спрашивал, по какому вопросу. Ну да, это уж потом, наверное, спрашивал, по какому вопросу. В общем, что я, в принципе, от него хочу. Я хотела, чтобы он накормил вот этих вот бедных, там, не выкидывал продукты. Ну, как обычно, я там всем писала. Билл Гейтс писал этим, этому, как ему, вот это, как называется, Ротшильду, якобы Ротшильду тоже писала, что нужно бедных накормить, не выкидывать эту продукты-то. Сейчас мы смотрим. Сейчас я открываю Википедию. Сейчас Википедию открываю. Ну да, так и было. Как говорится, я сама, так я вам токен там посылала. Вот, и прайм-министру, и там этому, и Индии тоже посылала, он тоже был во френдах, и многие другие. Вот. Вы там посмотрите, я же там на моем лайв-журнале публикую. Просто он из них всех, в общем, честно говоря, меня очень тоже вот тогда удивил, когда я получила то письмо, вот, Мухаммед ибн Рашид Аль Мактум. Эмир Дубая, премьер-министр, вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов.
Вот и будете потом, вот написали мне, вот будете потом вот это вот отвечать, короче. Не, тогда нечего было писать. Вот. Эмир Дубая, премьер-министр и вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов 2006 года. Министр обороны, он еще и министр обороны. Это вам не просто вот это вот погулять вышло. Вот это вот. Министр обороны он еще. И взгляд у него какой здесь. Ну это, в общем, на самом деле. Он мне написал в письме, он там письмо такое писал. Вот. И в этом письме было написано, что он мне предлагает быть его женой. Вот. Зачем вы мне это написали? Вот написали и будете вот это вот отвечать. Так что вот. Сейчас я покажу это фото. Буду уже это видео уже загружать. Другие, которые у меня были, знаете, вот я там на моем лайв-джорнале, вы можете посмотреть, я там это пишу, и вообще фамилии, в общем, об этом рассказываю и так далее, в общем, поэтому, знаете, говорить, что, знаете, моя такая жизнь в Америке 4 года была такая супер феерическая, вот, если учесть, что, понимаете, с каким количеством вообще известных и богатых людей, ну, не со всеми, я там письма писала, в принципе, не со всеми, но у меня была переписка, в общем, как бы, вы поняли, да? Кто бы мог подумать, знаете, бы мне кто сказал там в 2005 году. Ну это я просто подумала, знаете, какой брейнсторм у меня сегодня было, подумала, как-то вот так. Знаете, я же писала, что Татьяна Салмановна, знаете, стоит такая на правде. Вот это было написано такое письмо, я вам об этом и говорю. Так что пусть там, короче, разбираются. Пусть там разбираются. Что у нас еще интересно? А у нас много интересного, много чего интересного. Так что вот, надо больше, знаете, когда такая жара, нужно больше пить чистой воды. Знаете, такой не очень холодный, вообще на самом деле. Вот эти вот воды. Сейчас приготовлю себе салат. А, немножко там я хотела тантр. Сейчас по тантре. Я же оделась чего? Книжку-то читать. Секреты секса, тантр, тантра-йога. Сейчас кое-что, такие маленькие шот-видео сделаю. Я же там загрузила вам тоже тетеньку, это как называется, там школа очарования. Она там, знаете, а что? Я даже не поняла вот это вот. Какие вопросы? Посмотрите, я загрузила школу очарования. Там какая-то женщина из моря, а что, я там в купальнике, я там опубликовала мои фотографии. Так что не надо там вот этого, даже вот это вот. Она такая из моря, в этом купальнике, у нее топы и в трусах, купальник. А чему мне купальник, а чего мне нравится, у меня даже юбка такая до колена. Вот. То вы хотели, чтобы я купальник одела, у меня нет купальника. Вот. Все Салманы изобретают что-нибудь такое, просто супер, чтобы такая супер красота была. Вот, что такое феерическое. Так что чем мой наряд отличается, понимаете, я такая вся отдыхающая, вот, кстати, 32 градуса в Санкт-Петербурге, а вчера вообще такая, в общем, жарко-жарко, сейчас вот открыла вот такой вот этот вот, знаете, немножко, вот такой воздух, а так, конечно, вот тут в купальнике нужно ходить, такая жара, вот эта жара, а у меня вообще наряд просто суперский, так что, в принципе, чем он отличается от купальника? Купальник это вот этот маленький, вот этот, как говорится, бюстгальтер сверху и трусы снизу. Вон я вам загрузила. Школа очарования, она там вот это вот. Как там, что она там пишет? А, сейчас я вам, я же загрузила, сейчас. В этих морях купается. Вот. Сейчас я почитаю. Я тут много всего интересного посмотрела. Ну и тематика тоже такая, в общем, как-то так, да.
Могиня не завидует, она вне конкуренции, она всегда на своем месте играет по своим правилам. Международная школа искусств женского очарования, вот как называется. Татьяна Салмановна тоже там учится, но я учусь только по Ютубу, те видео, которые выкладывают. Могиня никогда ни с кем не соревнуется, ей ведь не нужны призы, она сама приз. Ох, она сама приз, ну да. Что тут еще интересного? Вот она, в этих морях, вот так руками, вот из этих морей, тоже хочу, конечно, в моря, вот это на моря, туда купаться, загорать. Ну что, пока вот, да, вот дома, в квартире, наслаждаюсь, да, как говорится, вот только и смысл такой, смысл в чем, мы будем еще с вами говорить, понимаете? Из настоящего момента делать жизнь, будем читать книжку Натальи Борисовны Правдиной, создавать свою волшебную палочку. Сейчас вам покажу мою волшебную палочку. Так что вот, создавать свою волшебную палочку, шедевр, шедевр своей жизни. Вот волшебная палочка, вот книжки, волшебная палочка. И смысл в том, что создать шедевр своей жизни. И как говорится, исходить из того, что есть. Вот. Если вы сегодня или вообще как-то пока не на курорте, не на морях, вы туда пока не поехали, пока, может, не можете поехать. Так что вот, система вообще такая, ну, исходить из того, что есть. Вот. Быть счастливым сейчас, понимаете, наслаждаться, понимаете, той жизнью, которая есть, и делать лучшее из того, что можно. Думать позитивно. Вот. Быть здоровой, заботиться о своем теле, о правильном питании, о правильных мыслях. О каких правильных мыслях? Это думать позитивно. Вот. Я уже говорю, вот какие-то такие маленькие нюансы, потому что я не могу вот это вот. У меня же огромное количество видео заснято, там 20 тысяч видео, больше 6 тысяч видео, 6 видео, 400 даже больше. На два моих канала Ютуба загружено, Татьяна Салмана через дефис, Мактум Саев идем через дефис. А, это моя страница ВКонтакте. Мои каналы Ютуба Татьяна Салмановна, Мактум Сайфуддин на русском, на английском языке, но на английском как в паспорте написано, вот. Так что вот такие вот дела. Что я такого хотела сказать? А, я хотела сказать, что если вот так вот дома, понимаете, вот этот прохладный душ, вот можно, смотрите, чтобы, знаете, у меня окна занавешены, когда они занавешены, меньше вот этого воздуха, сейчас вот это раззанавесило, и, знаете, пошел такой ветерок. Уже как-то вот этот душ, принять душ, вот этот ветерок, выходной, уикенд, позагорать можно на балконе. Душ можно принять в ванной прохладной, можно почитать хорошую книгу. Ну вот, быть в настоящем моменте, быть в позитиве. Посмотрите видео, например, Светланы Ермаковой, которая 30 лет живет без плохого настроения, не позволяет никому его портить. Так что вот. Ну, а сожалеть, что там пока там не на ретритах, где-то вот это, сколько там это стоит, это школа очарования, и почему, понимаете, вот это вот какая-то, в общем, ну, в общем, думать, понимаете, вот это, разговаривать о каких-то проблемах, вот. Смысл какой? Ну, там, если что, так как-то упомянуть, в общем, да, вот это вот, и все, и как бы на самом деле... В общем, учиться, как говорится, вот огромное количество, загружаю вам, и Наталью Правдину, и Джона Кеха, и Энтони Робинса, и смотрите, и школа, международная школа очарования, и Светлана Ермакова, и огромное количество, и Джек Кенфилд. Учиться у них, как это, чтобы быть процветающей. Бодди Шефер, чтобы быть, как там, финансово свободной и независимой. Для этого имея деньги, как там, я так мельком там, вот, нужно вкладывать, не тратить, понимаете? Если даже у вас много денег, вы все их потратили, и что, и смысл какой? Смысл, понимаете, не в количестве, а так, чтобы сохранить, приумножить, чтобы деньги работали на вас. Чтобы была финансовая стабильность, финансовая независимость. Вот. Не сколько получаешь, знаете, а сколько тратишь, понимаете? Человек сколько он откладывает,
как он распоряжается деньгами. Вкладывают, получают прибыль, умножают деньги. Так, смотрю, что она там пишет. Вот, смотрите, очень важно разрешение жить, разрешение быть в теле. Вот, разрешение быть в теле. Вот, смотрите, вот это. Так, это очень интересно тут написано. Разрешить себе вообще быть счастливой. Но у нее такая больше, вы понимаете, вот это вот. Я на ее ретритах не была, я только смотрю ее видео и то, что она, знаете, вот это вот, ее такие вот небольшие видео, которые она выкладывает. Вот. И хорошо разрешение. Жить, наполнить любовью, разрешить себе чувствовать любовь от другого человека. Либо наполниться и раскрыть себе Афродиту при помощи моей волшебной медитации. Я любовь. Так что вот, раскрыть в себе Афродиту, да, при помощи, ну, ее волшебной медитации. Это я читаю вот к ее вот этому купальнику и так далее, вот это вот все, все вот это вот такое шикарное. Ну, Наталью Правдину я тут загрузила, что-то еще какую-то женщину, мышление счастливого преображения. Кстати, мышление, мы с вами говорим о мышлении процветания. Если нашла женщину, она преподает, и, в общем, это мышление счастливого преображения. Я не посмотрела, только быстренько вам загрузила, просто в интернете ее нашла быстренько, и, в общем, как-то вот это, сама еще не смотрела. А, наука постижения самого себя. Наука достижения самого себя. Это «Возьми жизнь в свои руки». Это видео Натальи Борисовны Правдиной. Ну и, конечно, отрывок из книги, которую я бы сейчас опубликовала. Я вам могу его прочитать, да, прочитать. Значит так. Это отрывок из книжки Натальи Борисовны Правдиной. И начать светить, зажечь еще одну звездочку в бесконечной вселенной любви и изобилия. Вы есть именно такие, какие вы есть, и это прекрасно. Индивидуальность, то есть харизма, есть у каждого человека. Каждый обладает своим собственным божественным даром. Именно этот дар определяет призвание человека и способствует его уникальному успеху в жизни. Поверьте в себя, поверьте в себя, поверьте в себя, любите себя, ибо вы самый важный человек в своей жизни. И не устаю писать и говорить об этом, так как недостаток уверенности в себе всегда выдает неудачника. Все просто. Хочешь быть счастливым, научись любить, ценить и уважать себя. Фактически каждая женщина и каждый мужчина, который овладеет искусством любви к себе, искусство любви к себе, становится звездой, которую он сам или сама зажигает. А звезд любят все. Вы не замечали? А звезд любят все. Вспомните, все мы, независимо от пола, национальности и возраста, говорили: «Я люблю тебя, я люблю тебя», не так ли? А попробуйте сказать это самим себе, причем серьезно, глядя самому себе в глаза, в зеркале. Получается, надо тренироваться, друзья мои. Это одно из основополагающих упражнений для создания мира и спокойствия в своей душе. А когда у вас на душе мир и покой, что происходит? Правильно, вы начинаете распространять этот мир и покой на окружающих. Вы становитесь счастливы. Начните каждый свой новый день с того, что утверждаете новые позитивные взгляды на любовь, на самого себя. Когда мы видим и принимаем себя, все, что нас окружает. Так, ну хорошо, здесь я когда опубликовала, вы, наверное, уже прочитали, в общем, я быстренько, да? Хотя это важный момент, вообще это нужно прочитать. Собственно, это и есть настоящая любовь, потому что если мы ставим условия «буду любить тебя, если будешь хорош», это не любовь, а сделка. Когда человек наполнен энергией
безусловной любви он способен измениться и реализоваться в жизни. Дело в том, что когда мы находимся в этом состоянии, когда мы открыты миру и готовы его принять, тогда происходит чудо. Вселенная начинает дарить нам любовь и все, что нужно для счастья. Окружаем заботой и любовью своего внутреннего ребенка. Ну, это полуизихей. Это, знаете, я так думаю, она вот полуизихей. А теперь, когда вы как никогда близки со своим истинным «я», самое время позаботиться о наиболее уязвимой, о самой беззащитной части души. Я говорю о внутреннем ребенке. Сколько бы лет вам сейчас не было, в вашей душе по-прежнему живет маленький ребенок, который нуждается в любви, внимании и понимании. Когда он смеется, весь мир улыбается в ответ. Вам все удается, все происходит как будто само собой. Вы сонастроены со всем вокруг. Когда он плачет, мир грустит вместе с ним, ибо заволакивают свинцовыми тучи. Лица вокруг мрачны и уныло, а у вас все валится из рук. Когда он обижается, все как будто, сговорившись, пытаются поддеть вас. На светофорах, кажется, есть только красный свет, а все бутерброды падают исключительно маслом вниз. А знаете, также полезно, перейду немножко тут, я чуть позже это почитаю, может быть, на другом видео. Также полезно перед решительным вставанием с кровати сказать нечто типа: «А когда я буду миллионером, у меня будет шикарный Rolls-Royce». Шикарный Rolls-Royce. Или то, что вы сами хотите. И у вас сразу же улучшится настроение. И начнете день вы совершенно с другой ноты, радостной. А это то, что нужно для вашего внутреннего ребенка. Просто великолепно. Так что вот, с вами я и моя творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли, Татьяна Салмановна, Мактум, Сайфуди.